«Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Необычная, богатая индивидуальность этих людей вызывает удивление и зависть, и вместе с тем является причиной обвинений в высокомерии, зазнайстве и стремлении достичь собственной цели, невзирая на мнение и чувства других людей. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Этот человек находится под покровительством Солнца. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.